Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дино Бэш. Это хорошо, что я вовремя зашел и посмотрел, стоит ли у меня запись. А оказывается, не стояло, поэтому я нажал на паузу, ребята, и быстренько подключился. Потому что сейчас мы с тобой идем уровень на 3 звезды, друзья мои. Тот самый противный уровень, который я не мог пройти. И сейчас мы его с вами одолеем. Кстати, сегодня было обновление. Ну, по крайней мере, я обновил игру. И у нас добавилась, ребята, новая локация. Так, ну что ж, забираем здесь награды. Так, шикарно. А здесь, ну, считай, 1000 монет мы с тобой получили. Нормальненько, на 3 звезды, друзья мои. То есть, получается, сейчас мы еще получим с тобой сундук за то, что прошли все локации на 3 звездочки. Вот сундучок этот. Так, давай. Надеюсь, здесь будет приличное количество денежек. 5600, нифига, ребята, 5600. Рэмбо в огне 5 штук, огненный стега 2, Рэмбо в бочке и редкий шлем. Вау, и Рэмбо еще, ребята, прокачивается. Вот это я понимаю, вот это вот фартануло. Так, где у меня Рэмбо в бочке? Подожди, Рэмбо в бочке — это выстрелы. Слушай, а может быть плювика? Нет, нам плювика не хватает. А на Рэмбо в бочке 7000. Да, давай. Прокачаем, ребята, его. Ну, плювики в любом случае тоже, ребята, надо прокачивать. И мы шлем на кого-то же получили. Вот. Редкий. Ну, слушай, атака плюс 12. Это тем более огненный Дейна, который, ребята, очень хорошо разрушает деревянные постройки. А вот, насчет локации, ребята. Вот мы с вами. Вот это вот у нас было открыто. Мы с вами дошли до джунглей, да? Джунгли у нас были открыты. Вот последние, да, что мы видели. Но после джунглей они еще добавили. Сейчас покажу, ребят. Вот. Какой-то темный лес. Какие-то деревушки. В общем, вот это вот новая локация, которая сегодня, ребята, присоединяется к нашей игре. Ну а мы с тобой, как же, как говорится, по-прежнему пыхтим над старыми локами. 6 энергии есть. Блин, мне кажется, нужно прокачивать мне моего динозаврика. Ну, столько стоит, а? Блин, и этот этап. Конечно, хотелось бы легендарный шлем получить. Я не пойму, кто это, что это за... Что это за динозавр? Это, по-моему, Дилофо, да? Плевун. Блиц-микс. Срок действия стек. А когда они будут, ну, обновляться опять, интересно мне знать. Ну что, попытаемся здесь 16.2 нахлобучить. Ну, я, конечно, не уверен, что у нас выйдет. Но начинается, блин. Вот тебе и... Офигеть, ребят, вот хуже не придумаешь. Почему? Потому что, во-первых, у нас... Ну, у нас нету... Огненный, ну как сказать, вот, если только. Блин, там еще этот летит на дирижабле, блин. Так, ладно, одного подбили. Но пока мы с тобой одного там бьем, у нас бежит. Давай так сделаем. Да. Вот именно этот говнюк, ребята, будет подбивать всех моих, так скажем, динозавриков. Хотя портал уже вот он, рядышком. Да вы специально, что ли, а? Вот, уже, ребята, пошла звезда. Уже пошла звезда на уменьшение. Ну как так-то, блин? Ну это несправедливо. Да потому что вот эти вот огненных нету, блин. И я должен вот это вот бомбить. А Рэмбо, блин, даже не появляется нифига. Не хватило чуть-чуть буквально. Твою налево. Перепройти, что ли? Ну я не знаю, как тут надо делать. Блин, его можно на 3 звезды пройти, но...
Была бы у меня огненная бы вот эта хотя бы одна. Можно было бы, ребята, тут с ними разобраться. Даже, наверное, без проблем можно было бы разобраться, но... Очень много тратим времени именно вот сейчас. Вон он, один за другим, ребята, летит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, надо было... Я уничтожил, ребята, портал, все. А раз портал мы уничтожили, значит, 3 звезды нам гарантированы. Фью. Я же говорю, можно пройти. И мы с тобой это сделали. И мы с тобой это сделали. Хорошо. Блин, почему только одну дали? Ну что, 16.3. Попытаемся, ребят, забомбашить. Если я не путаю, здесь тоже должен быть короткий уровень. Так, летающие, интересно, здесь будут, потому что мне против летающих... Ну, дали, в принципе, одного-двух. Достал ты, а. Ну, здесь явно нам нужен будет огненный стега, чтобы... Ну, да. В плане их там 2 было, я не понял. Ну куда ты, разогнался, блин. Динозаврики, вы хоть бы отходили бы чуть-чуть назад, я не знаю. Прям подставу себе делайте. Конкретную причем. Катапульта куда, интересно, будет бомбить? Надеюсь, по мне. Иди ты там, уйкаешь. Ну! Катапульту надо сносить. Тут уже подстава пошла, ребят. Доигрался, блин. Сейчас в этот момент мы их там разнесут. Именно катапульта разнесет их всех. Вот они, говнюки эти мелкие, блин. Которые захиливают просто, блин. Со страшной силой. Надо их грохнуть нафиг. Блин, отвлекает вот эта вот фигня, блин. Как ее, деревяшка вот эта, постройка, блин.
Ну правильно, еще давай летунчиков сюда. Сейчас начнет, ребят, расколбашивать. И у меня по хп-хам плохо все. Да не в того ты огненный-то. Блин. Очень мало здоровья у меня. Очень мало здоровья. Я не вытягиваю, ребят. Ну вот, все, начинается раздолбайство. Ну вон, одна звезда уже в минус пошла, ребят. А сейчас этого бомбанут. Какой там одна звезда, ребята? Уже две звезды в минус. Да. Что-то как-то не то, ребята. Нет, я, в принципе, могу догадаться, что здесь надо было вызывать мамонта. И уже под мамонта ставить вот этих вот плюиков. Но ты сам прекрасно видел, что они мне не дают такой возможности призвать именно мамонта. То есть там либо ты вызываешь... Либо ты вызываешь атакующих. Ну, хилка здесь не нужна. До Тирекса я не успеваю, ребят, накопить. Хотя мы уже убедились, что Тирекс, по-моему, слабее, чем наш мамонт. Наш мамонт сильнее намного. Так получается здесь. Да господи, как вы заколебали, а? Там еще вижу... Там... А, еще и двое. Их еще там и двое. Блин, малый-малый урон. Так, заморозка. Ну, в принципе, заморозка хороша, ребят. Вот нам бы мамонта, мне кажется, сейчас бы еще призвать успеть. Так, ну на мамонта, в принципе, накопили. Ой, что я сделал? Ёпрасоты. Но... Идиот этот летит. Да чтоб тебя, блин, попал по ним, да? Конечно, попал. Давай, катапульту. Есть, катапульту быстренько забомбили. Вот он, этот хлыщ бежит. Я, наверное, еще одного мамонта, друзья мои, призову. Вон их накопилось сколько. С какого перепуга во столько-то накопилось, блин?
Еще придется вызывать. Ну, ё-моё, вот об этом я, ребята, вам говорил, что... Так, я его и не увидел, блин, этого хила. Портал, вот он, портал, друзья мои. Прям перед нашим носом. Да ну нафиг, блин. Опять же, ребята, не на 3 звезды. Слишком долго мы почему-то с ними там мучимся. Хотя такой обстрел идет капитальный. И пофиг все равно, ребята. Да, вместо одной звезды прошли на 2 звезды. Фигово. Я все равно недоволен этим результатом. Давай попробуем 16,5. Может, тут больше улыбнется нам удача. Хотя почему-то в этом не уверен, нифига. Поджарь ты его в конце-то концов. Так, валуном бомба... Не, давай, наверное, этого призовем. Блин, ну нифига я тут неприятности себе насбрасывал. Плювик нам, по идее, бы пригодился бы вот этот вот. Он очень хорошо, ребят, против щитов действует. Но опять же, блин, мы его призовем, его... Ладно, попробуем все-таки призвать. Попробуем, может быть, успеем. Так, тут еще далеко не портал, ребят. Ну, ёпрс, это ну началось. Кто нам еще здесь понадобится? Еще плювик одного взять или... Ну, как вариант, ребят, наверное, еще одного плювика надо будет доставать. Идет кикимора, блин, болотная. Да-да, я вот про этого хмыря говорю, ребят. Других хмырей тут, к сожалению, нету. Запинали, молодцы, красавчики.
Еще плювика закажем. Так, а вот, ребята, и порталушка. Лишь бы все получилось. Лишь бы нам уничтожить его, а там уже дело за малым. Есть контакт. Все, на 3 звездочки, ребятушки. На 3 звезды. Этот этап пройден у нас. Отлично. Такс. Чуть-чуть не хватает, друзья мои, до огненного шара, до прокачки его. Ай-яй-яй, хорошо было бы, если бы огненный шар получил бы у нас уровень. Так, по-моему, мы сейчас можем с тобой взять. Угу. Так, там 2000 монет. Итого у нас получается 9200. 9200. Тут 12. Тут 12. На выстрелах у нас ничего нету. На героях 28 тысяч, ближе не бой. 28 тысяч. Офигеть, ребят, получается у нас на этой локе всего лишь... Блин, ну тут, конечно, вообще худоба какая-то. Как я этот уровень должен... Да, они дают мне очень много вот этих, ну, спец, так скажем, возможностей. Спецударов там подобное, но... Давай этот домик снесем к чертовой бабушке. А, так тут вообще рядышком все. Да ты заколебался своим тут дюрю-тюрю. Эть, не достаю, ребята, к сожалению. Ну куда ты бежишь? Кентра, ты бы мог бы, блин, подойти бы сюда бы и помочь мне. А не дурака там валять, блин. Есть! На 3 звездочки, ребята, этап у нас пройден. Хе-хе-хе-хе. Блин, Хэнк скоро прокачается еще на 1 уровень. Это будет бомбическая сила. Жалко, что когда мы с тобой подбираем вот эти вот наши штуки, она нам не плюсуется. Опа, опа-на, друзья мои. Открывается новая локация. Вау! Слушай, у меня есть огромное желание пройти этот уровень. Блин, но мы непонятно, как его сделать, ребят. Нам не хватает буквально, ну там чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Их там дофига, в принципе, прет на нас. Надо как-то правильно все распределить. Тут же еще летающие, да, насколько я помню. Они, в принципе, больше всего тут вымораживают меня. Да, именно летуны. То есть, получается, мне надо вызывать кого-то из огненных. Ну, как обычно, стегу. Слушай, наверное, лучше не так сделать, а вот так вот. Да, вот. И теперь уже под них, вот под этих, надо ставить... По идее, нужно вызывать мамонта. Это бы более-менее было бы логично, ребят. Ну опять же, видишь? Не все так, блин, просто. Мамонт, он только сейчас в лучшем случае, ребят, появится, вот он. Ну хотя бы в хибару попал.
И вот начинает здесь нервотрепку. Да хибару надо было бомбить. Так, пока они там разбираются, я попробую, ребят, здесь что-то, блин, я не знаю, с катапультой сделать. Они вообще там справляются хоть? Так, пускай катапульта бомбит по мне, типа. Вот. Дорого, много стоит. Но я все-таки попробую вызвать. Видишь, какой-нибудь эффект, блин? Так, ребят, еще мамонта вызываю. Ага. Ну и огненного стега, соответственно. Смотри, 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 наплыв идет. Жесточайший, друзья мои, идет наплыв. Слушай, ну этого мы разнесем быстро сейчас. Да ладно, серьезно, тактика сработала. Давай, 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 уничтожай быстрее преграду эту. Пока звездочка не пошла уменьшаться. Есть, ребятушки. Хе-хе-хе-хей. Фьюх. Нормально, все, меня это вполне устраивает. Даже более чем. Еще один этап пройден у нас на 3 звезды. Что может быть лучше, а? Прекрасно, просто прекрасно, ребят. Ну давай сундук мне. Надеюсь, он меня порадует количеством денег и наград. Давай, давай. Островной сундук. О да, 5600, 10 самоцветов. Так, колючка. Пэтчи. Хэнк, Хэнк прокачается. О, редкий шлем. О, твою налево. Редкий шлем на этого. Это вообще, ребят, шикардос. Так, ну я думаю, что мы, наверное, пэтчи все-таки прокачаем. Он стоит не так дорого. Так, и Хэнк, наверное, да, надо. 3600. Хэнк обязательно надо. А вот не хватает нам теперь немножечко, ребята, чтобы здесь, вот, блин, я потратился, конечно, капельку. И энергии, к сожалению, больше нету. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, друзья, это не беда. Мы в следующей серии накопим с вами на... А, еще же стега, точно. Слушай, ну смотри, здоровье 78 и к атаке 15. Итого получается... А почему получается... А, 90... Подожди. Вот я немножко не понимаю вот этой штуки. Почему вот здесь вот не плюсуется к атаке, а вот именно здесь? Как-то, ну, немножко непонятно мне. По идее, вот этот шлем дает нам 16 к атаке и 94 к хп. Но почему-то здесь параметры не увеличиваются. Здесь параметры увеличиваются только под уровень. Ну, ты понимаешь, да? То есть это 16 к атаке должно быть, в принципе, 91 плюс 16. Это где-то, ну, сколько там? 107, да, получается? 107 к атаке. И к хпшкам должно быть тоже не кисло прибавлено. Там 600. Почему они не суммируют это все? А как бы по отдельности это делают? Это для меня странно. Ну, у нас уже 209 самоцветов, ребята. Нам еще 300, и мы с вами сможем приобрести... Я не знаю, что мы сможем приобрести, но что-то сможем. Что-то сможем. Ну, то, что он уже, ребята, получил прокачку по шлему, он будет еще лучше бомбить. Соответственно, это для нас круто. Лил Спити нам
пригодятся только ребят на начальных этапах. Ну, там, где они есть. В принципе, и все. Ну что же, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!